Назовите, пожалуйста, себя и причину, по которой вы пытаетесь проникнуть в квартиру Юлии Костенич. А вы, собственно, кто? Я ее защитник. Кто вам сказал, что я пытаюсь куда-то попасть? Она сама мне сообщила. Ну, мало ли что мне сообщили. Можем вас снова? Не сниму. Не шевелитесь, я не успеваю. Ну, можете снять. Повернитесь, я это не успел увидеть. Назовите, пожалуйста, ваше звание, фамилия, имя, отчество, должность. Инспектор мобильного взвода, старший лейтенант Меньшикова. Как? Старший лейтенант Меньшикова. Удостоверение можно попросить вас? Я не дам снимать. Нет, не на камеру, вот, я камеру уберу в сторону. Вы, нет, вы тоже покажите удостоверение. Вы сначала покажите, что вы защитник, адвокат. Да, нет, а я для того, чтобы к вам обратиться, не имею. Вы мне предоставьте документы, что вы защитник данной женщины. Я, чтобы обратиться к сотрудникам полиции, нет у меня у вас оснований, требуйте у меня документы. Я обращаюсь к вам на основании федерального закона о полиции. Прошу рассматривать мое обращение и перед обращением, соответственно, на основании закона о полиции рассказать, кто вы такие. Миша, подождите, дата у вас до 25-го. Так, а вы сообщите, кто вы. Проверяю, да. Числа? Ну что вообще сотрудники полиции, а не в секс-шопе форму купили. А, старший сержант полиции Быструшкин Владимир Михайлович. До 26-го года. То есть цель вы назвать отказываетесь, да? Ну вы, собственно, кто сначала? Мне документы предоставьте. Ну, я назвал вам, что я защитник. Я не решаю, правильно? Ну, то есть вы отказываетесь мне назвать причину, по которой вы пытаетесь проникнуть в квартиру. В подъезде. Ну, я не говорю, что вы мешаете. Я спросил, вы отказываетесь или вы... То есть вы сообщить ее не хотите. Мы стоим, никому не мешаем. Мы стоим, никому не мешаем. Серьезно.